Это улица Героя Советского Союза. Ой, это улица Героя России Анатолия Крупинова. Капитана ФСБ. Показываю улицу Героя России, единственного контрразведчика, который погиб при исполнении государственного долга, Анатолия Крупинова, в городе Городцо. У физкультурного комплекса, который стоит на улице Крупинова, когда-то я был здесь директором. Сколько я не говорил местной власти, ничего не делаю. Посмотрите. Хочу вам еще сказать, что нашим районом руководит доктор экономических наук Николай Федорович Поляков, который собирал налоги в нашей Нижегородской области. Вот. На законном уровне решить этот вопрос нельзя. Господа офицеры, вы можете посмотреть этот ролик и сказать, вот как может, что, если с вами случится, не дай бог, вот что после вас может остаться. Вот такая улица. Мне сегодня, блядь, просто слезы наворачиваются на улице Героя России Анатолия Крупинова. И полностью такой выглядит бардак. Кому бы ты только не обращался, здесь решить эту проблему ни хрена ничего нельзя. Годами уже полный срач, полный годами. Власть одна и та же с времен СССР. Асфальта жалко, блядь. Ну всего лишь, блядь, 500 метров положить асфальта жалко. 500 метров положить асфальт. Можешь представить? Вот так у нас выглядит улица Героя России Анатолия Крупинова, капитана ФСБ, который погиб при исполнении государственного долга Чеченской Республики.